Здравствуйте, мои прекрасные женщины! Я рада вас приветствовать на самом вдохновляющем женском канале Woman Insight. Сегодня у меня для вас есть интимный подарок. Подарок от нашего любимого онлайн-сообщества Woman Insight. Я думаю, что вы знаете, что в сообществе Woman Insight есть утренние практики, медитации, советы астролога и таролога на этот лунный день. Ну а также у нас есть вечера кайфушницы. Вечера кайфушницы – это сексуальные практики, которые помогают нашим женщинам вечером выйти из роли мамки, личности, профессионала и супер-женщины и стать кайфушницей, нежной, сексуальной, возбудиться самой и насладить своего мужчину. И сегодня мы решили пригласить вас в наш красный шатер и поделиться капелькой сексуальности одной из 50 практик из сообщества Woman Insight. Надеюсь, вы прямо сейчас почувствовали прилив благодарности, поставили лайк, колокольчик, конечно, подписались и поделились этим видео. И для того, чтобы начать практику, я предлагаю вам успокоиться, расслабиться, создать себе комфортную обстановку, чтобы вас никто не отвлекал. Закрываем глазки, глубоко дышим и наслаждаемся. Медитация на раскрытие сексуальности. Позаботься о том, чтобы найти для медитации тихое, уединенное место. Сядь удобно и выпрями спину. Закрой глаза. Твоя голова сейчас полна противоречивых мыслей. Они беспорядочно роятся, как суетливые пчелки, рассказывая тебе о том, какой ты должна быть. Чьи-то суждения, навязанные стереотипы, твои собственные страхи, привитые комплексы, обрывки фраз из детства, повлиявших на твое представление о себе. Женственность, сексуальность, привлекательность – эти понятия заштампованы множеством определений. Какие из этих суждений твои, а какие чужие? Что из этого роя мыслей и представлений имеет отношение к твоей сексуальности и к твоей женственности? Все ответы есть в твоем теле, в твоем подсознании. Но чтобы услышать их, надо избавиться от внешнего шума лишних мыслей. И сейчас мы вытесним их внутренним медитативным шумом. Представь, как за твоим окном сгущаются серые тучи. Слышишь, за окном тихие раскаты грома вдали. Прислушайся к этому урчанию неба. Сначала далеко и тихо, затем все ближе и ближе звуки летней грозы захватывают твое пространство. Первые капли дождя падают на подоконник. Кап, кап, кап. Затем все быстрее и быстрее отдельные звуки падающих капель сливаются в единый дождевой шум. Эти звуки дождя вытесняют все твои лишние мысли. Только дождь сейчас шумит в твоей голове. Только звук миллионов падающих капель. Прислушайся, как по-разному они звучат, падая на подоконник, стуча по стеклу, обрушиваясь мелодичным звоном на крыши стоящих рядом домов. Нет никаких мыслей, кроме этого многозвучного шума. Ты сонастроилась со своим подсознанием. Сейчас самое время узнать свои истинные ощущения. Понять, кто ты на самом деле, какая ты. Раскрыть в себе женщину.
хочешь узнать это? Тогда нам нужно соединиться с этой стихией дождя. Теплые капли призывно стучат по стеклу. Выходи, выходи, выходи. Повинуясь этому зову, ты встаешь и делаешь несколько шагов к двери твоего дома навстречу стихии. Одежда — это единственное, что сейчас стесняет твои движения. Ты можешь снять ее и оставить дома. Все равно никто тебя не увидит. Дождь разогнал всех вокруг. Есть только ты и непрерывные теплые потоки воды. Твоя одежда спадает на пол. Ты делаешь глубокий вдох облегчения. Легкой походкой ты выходишь под струи дождя. Дыхание перехватывает. На мгновение кажется, что ты нырнула в водный поток. Но через минуту, когда на твоем теле не остается ни одного миллиметра сухой поверхности, ты расслабляешься, сливаешься с теплыми струями неуемной энергии воды. Дождь обнимает тебя, обволакивает твое тело, беспардонно проникая в самые укромные уголки. На эти объятия очень приятно тебе. Попробуй выделить из этой стихийной общей массы отдельные потоки воды. Проследи за их движением по твоему телу. Капли падают на твои волосы, собираются в струйки, стекают по щекам и шее. Теплый влажный поток воды нежно огибает твое ушко, вызывая легкую щекотку. Запоминай все эти ощущения. Следи за движением воды дальше. Поток стекает на плечи, бежит по твоим рукам, оставляя влажные дорожки на твоей нежной коже. Тело отзывается на каждое прикосновение. Капли воды с плеч стекают на грудь, вызывая в ней приятный отклик. Попадают в ложбинку и стремятся ниже, увлекаемые силой земного притяжения. Вода проходит по твоему телу, словно сканер, находя зажимы и блоки и снимая их силой своей энергии. Чем больше ты стоишь под этим дождем, тем свободнее ты чувствуешь себя от зажимов, предрассудков, комплексов. Все они смываются с тебя целительными потоками. Остается только твоя чистая женская суть и твое уникальное, совершенное тело. Чем больше ты раскрепощаешься под прикосновениями дождя, тем яснее ты слышишь свое собственное тело. Струи воды огибают твой силуэт, стекают по бедрам, по животу и ногам, к ступням, не пропускают ни одного пальчика. Это похоже на танец, твой танец в паре с дождем. Повинуясь этому зову, твое тело начинает раскачиваться из стороны в сторону, в заданном ритме, плечи, затем бедра описывают в движении восьмерку в пластичном, медленном танце. Попробуй повторить эти движения бедрами снова и снова, влево, чуть подаваясь вперед, затем вправо, назад, возвращая движение бедрами в исходную точку. Повторяй этот танец, ловя свой собственный ритм, и дыши согласно этому ритму. Чувствуешь,
как внутри тебя, в центре живота, начинает звенеть маленький колокольчик. Едва уловимое ощущение разрастается и становится похожим на пульс. Его ни с чем не перепутать. Твоя сексуальность включилась в танец энергии твоего тела. Тебе даже не нужно мысленно управлять этим процессом. Тело ведет тебя само, увеличивая пульсацию и перенося ее вниз живота. Сейчас там сосредоточена вся твоя женская энергия. Каждое сокращение мышц оживляет эту энергию, расширяет ее объем. Попробуй почувствовать это, сокращая мышцы промежности в том ритме, который будет для тебя наиболее комфортным. Ты можешь замедляться или ускоряться. Создавай свой собственный сексуальный танец и наслаждайся его красотой. Переливы колокольчика внутри тебя звучат все громче и громче. Продолжая двигаться в заданном ритме, ты уже не чувствуешь внешних прикосновений. Целая вселенная просыпается внутри тебя, и ее вибрационный звон заглушает даже дождевые потоки. Теперь стихия — это ты сама. Ты — источник энергии, который звучит для всего окружающего мира. Двигайся, не останавливаясь. Двигайся. Помни, что в твоей вселенной тебе можно все. Ты создаешь здесь правила, задаешь ритм и выбираешь уровень звучания твоих женских вибраций. Выпусти наружу все, что тебе всегда хотелось. Выпусти все свои фантазии и желания, какими бы они ни были, не давай ничему оценки. Это чистая энергия сексуальности, без какой-либо окраски. Ты чувствуешь ее силу и мощь в себе. Твоя сексуальность безгранично захватывает твое тело, не оставляя комплексам, критике и предрассудкам никаких шансов. Она настолько мощная, что вытесняет с собой даже стихию дождя вокруг тебя. Танцуй, ускоряйся, слушай свое тело и подстраивай под него ритмы и движения. Дыши, разреши себе эти ощущения. Ты видишь, насколько ты можешь быть энергетически сильной, раскрывая свою женственность и сексуальность. Это всегда было в тебе и всегда будет. Просто теперь ты знаешь, как прийти в это ресурсное состояние. Что ты будешь делать с этой энергией, решать тебе. Ты можешь трансформировать ее в творчество, направить на собственное телесное наслаждение или поделиться этой энергией с твоим любимым мужчиной. Что бы ты ни выбрала, результат будет качественно другим, так как ты наполнишь его своей великолепной и уникальной женской сутью. Это как твой энергетический автограф, придающий уникальность и привлекательность тому, во что ты вкладываешь эту энергию. В этом состоянии наполненности, в статусе сексуальной, прекрасной женщины, возвращайся в свой дом и в свой привычный мир. Он уже ловит твои флюиды и рад принять тебя именно такой, сексуальной, мощной и наполненной женщиной. Сделай несколько глубоких вдохов, чтобы закрепить это невероятное ощущение. И открывай глаза.
Я надеюсь, вы получили удовольствие. Напишите мне в комментариях свои ощущения. А сейчас я, как мама сообщества Women Inside, хочу рассказать вам супер главную новость этого года. В сентябре нашей компании Women Inside будет 13 лет. Наше женское, развивающееся, сильное сообщество уже достигло 70 тысяч женщин. И сегодня я хочу рассказать вам о запуске проекта, который называется 1+1 лучшая подруга Women Inside. В рамках проекта 1+1 вы можете на самых выгодных условиях приобрести годовую подписку и еще и получить подарок для своей подруги. А можете найти подруг Women Inside и вместе попасть в сообщество. А можете сделать благо, подарить себе и какой-то девушке, молодой девушке, студентке сообщество Women Inside для того, чтобы она могла правильно начинать свою жизнь. Вам обязательно нужно узнать все подробности проекта 1+1, включиться в него, потому что это главный проект года. Вы получите очень много ценностей для себя, а еще и поможете нам достичь большой цели. Это самое большое в мире женское сообщество. Сообщество женщин, которые хотят жить, а не существовать. Ну и, конечно, если вы хотите больше интимных сексуальных практик, жду вас на вечерах кайфушных.